И снова за пультом Паша Нац. А, как только мы начали записывать ролик про Пашу Наца, даже скорее, как только мы его упомянули, то сразу же прилетело какое-то яйцо с верхних этажей. Ну, скажи, какое-то куриное, блядь. Просто, блядь, рядом с нами упало, не знаю, на полуметре. Короче, Паша Нац тебя тут очень любят, блядь, очень ценят. Все яйца только твои, блядь, так что лучше не приезжай сюда. И все, удачи тебе. В конце пошумим орешки. Да ладно, не важно. Все, спасибо. Спасибо. Мейнстрим! Здравствуйте, извините, можно два вопроса вам задать? Мы записываем видео для ДВМБ-сцены. Нет? Не хотите? Нет. О, спасибо. Спасибо. Да, Антоха, я готов. Ну что ты стал, отходишь назад? Так ты сказал, блядь. Нет, я же говорю, отходим и будешь идти. Да, 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 да. И снова за пультом Паша Нац. Вот так оставь здесь. Паша Нац! В камеру там еще. Так, тихо. Эй, эй, сюда, сюда. Да-да-да, Пашка такой. Наклейками достал уже всех нас. На поле отдает хреновый пас. Девчонок всех приводит он в экстаз. Ведь это Паша, ведь это Нац. We'll be right back.